Дорогие гости, дорогие друзья, многоуважаемый Василий Юрьевич, сердце бегут сегодня. Это я себя говорю, а зал тем более. Там в зале аж жар слышно от поздравлений, от настроения, от вас даже. Сегодня у вас замечательный день. День, когда Господь вам дал дар жизни. Этот дар жизни вы несете вот уже на протяжении 70 лет. Это книга жизни. Ее нельзя прочесть, мне кажется, или перелистать в один день. В ней столько много красивых и все хорошие цветные такие, знаете, картины, и все хорошие. Ваша жизнь отразилась в многих людях. Вы могли многих спасти в жизни. Многих научили мудрости, стойкости, любить Родину, любить Украину, любить Советский Союз. Да, вот сегодня, вот даже как будто я в Советском Союзе, слушайте, столько выступлений, столько эмоций. Сегодня замечательные слова прозвучали в ваш адрес. Я к ним всем присоединяюсь, не знаю, что не повторить. Хочу только отметить, что вот все те люди, которые в вашей жизни отразились, они дружат с вашим ангелом, потому что они ваши ангелы-хранители, о которых кто вас знает. И ваш ангел, он достоин, конечно, высокой чести, высокой жизни, высокого примера в этой жизни. Вы родились в Закарпатье. Я очень горжусь, что я ваш земляк, как сегодня уже отметил суббота Василий Михайлович, Михаил Васильевич, то есть. И это древний край, русины. Я горжусь, что ваши предки и мои предки, они старше Киева, старше Москвы. От них произошла вера к нам сюда, в Киев, Киевская Русь и Москва, Московская Русь. Вы глубоко верующий человек. Это отражается в вашей жизни. Давайте я тоже отмечу. Много лет вас знаю, не один десяток лет. Вы моего папу знали и моих всех родственников. И вы награждены многими наградами, государственными наградами, общественными наградами. Несете большое послушание в этой жизни. И я рад сегодня присоединиться, выполнить честь нашего святейшего патриарха Кирилла. Действительно, сегодня было отмечено, что хор, который сегодня пел духовенство Санкт-Петербурга, это 4-й десяток уже, как хор поет на нашей здесь земле. Я учился, когда ректор Кирилл возглавлял эту семинарию, академию нашей Санкт-Петербургской. И это был большой пример, когда то духовенство, я его захватил еще, как они пели, как... Вот я сегодня вдохновился вот более молодым коллективом. Они восприняли вот этот дух веры. Я хочу выполнить
вручении наградного комитета Святейшего Патриарха Кирилла и вручить вам медаль к столетию патриаршества. Это святителя Тихона. Мы с вами из земляки, где родились, и мы с вами тоже по соседству тоже земляки. Ваш Северский район, это Негачинский район, рядышком. И вы всегда, конечно, я рад, что вы всегда говорите в Гачинском районе, в моем доме, в нашем доме и в нашем храме, императорском храме апостола Павла. Сейчас образована епархия, как 8 лет. У нас Великая Святыня мощи Марии Гачинской. И я рад выполнить поручение нашего правящего архиерея, епископа Митрофана, и вручить вам медаль золотую первую степень за дела милосердия. Она богатая, она очень близка к Богу, она очень близка, близка к святыням, каждому человеку даже. Вот. Здесь многие говорили, мои тоже друзья, как они ваши друзья, как нужно бы еще пошутить. И давайте так скажем. Душа, когда прекрасная душа, а тело нарастет, не прирастет. Почему прекрасная душа такой прекрасный образ, как сегодня много о вас говорили? Потому что действительно все идет от души. Пусть Господь в дальнейшем приумножит ваши добрые дела, ваши начинания, действительно. Еще много-много нужно потрудиться. Юбилейный год нельзя считать каждый десяток. Отметили 70, каждый год юбилейный. Мы сегодня 100 лет, вот там 121 прекрасный человек обещал. Действительно, мы очень хотим, чтобы вы жили долго, чтобы вы радовали нас своей жизнью, своим примером. И мы гордимся вами, и будем за вас молиться, чтобы Господь приумножил и любовь, и надежду, и согласие, и ту жизнь, которую даровал вам Господь. Я так хотел пропеть вам многое лето, но хор уже ушел. Если поддержит меня наш... Да-да. Аудитория, наши прекрасные гости, то я провозглашу многолетие, а мы все проповедуем многолетие, правда? Благодетельное мирное житие, здравие, жизнь, спасение, и во все благое поспешение, а дашь, Господи, ныне те земенитому юбиляру, новорожденному Василию.